Несмотря на то, что лето давно завершилось, а на улице значительно похолодало, любителей выпить все еще можно увидеть на детских площадках и в скверах. Прихватив пару бутылочек пенного, а то и чего покрепче, видновчане продолжают оседать во дворах, оставляя после себя горы мусора и битое стекло. А потом на эту площадку приходят играть дети. Между тем, распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается штрафом. Совместный рейд полиции и журналистов телеканала «Видное ТВ». Выйти в рейд нас побудил звонок телезрителей, проживающих в домах 10, 12, 14 по проспекту Ленинского комсомола. Буквально на днях здесь установили новую спортивную площадку для занятий воркаутом. Но, по словам местных жителей, на площадке устраивают совсем другие соревнования. Здесь только занимаются люди, которые вот с бутылками приходят сюда вечерами. Вы сегодня просто удачно очень приехали, то, что вот никого нету. И убрана площадка, или знали, или что-то. А так и мусор, грязь, бутылки, очень все было неприглядно. Тут в основном вот заседают товарищи со спиртными напитками. Не застав нарушителей в этой части города, мы вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы отправились в рейд. Погода в этот вечер не особенно благоприятствовала возлияниям на свежем воздухе. Но бывает, особенно летом. В полицию поступают несколько вызовов с жалобами на нарушение общественного порядка. Со времени заступления с 8 часов вечера до 8 часов утра у нас бывает порядка 10 выездов на данные адреса, то есть на детско-спортивно-оздоровительные площадки. Ну, безусловно, люди выезжают, оформляют административные протоколы. Если надо, доставляют в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Хотя есть такие места, где увидеть кого-то сидящим на лавочке с алкоголем в руках можно практически круглосуточно и круглогодично. Сквер у «Зенитки» – одно из таких мест. В этот вечер молодые люди оттягивались пивом. За что и поплатились. Не желая попасть на экраны телевизоров, девушки и юноши прятали лица от нашей видеокамеры. Но от уплаты штрафа за административное нарушение это не уберегло. Административный кодекс предполагает за употребление спиртных напитков штраф от 500 до 1500 и за нахождение в трезвом состоянии в общественном месте тоже от 500 до 1500. Давно очевидно, без участия активных граждан проблема не решится. Полицейские просто не в состоянии устанавливать круглосуточное дежурство во всех общественных местах. Но и пытаться избавиться от шумной компании во дворе или в сквере самостоятельно не стоит. Вызовите полицию и отследите, чтобы стражи порядка приехали. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.